установка автоматической защитной шторки на штатную камеру заднего вида Geely Tugela FY11 с 2020 года выпуска. В комплекте предоставляется металлический шаблон. Прикладываем его к штатной камере заднего вида. Отмечаем место для технологического отверстия. Для удобства монтажа снимаем штатную камеру заднего вида. Высверливаем технологическое отверстие под углом примерно 85-90 градусов сверлом диаметром 4 мм под проводку. Заводим провода защитного устройства в высверленное отверстие. Плотно прижимаем защитное устройство к камере заднего вида, проверяем позиционирование и плотность прилегания автоматической защитной шторки к штатной камере. Высверливаем отверстие и фиксируем защитную шторку на маленьких затемненных саморезах из нержавеющей стали. Теперь подробнее расскажем, как подключить электропроводку для данной модели автомобиля. Питание для блока управления автоматической защитной шторки берем с блока в левой нижней части багажного отсека под обшивкой. Желтый провод подключаем через предохранитель. Сигнал заднего хода берем со жгута, как показано на видео. Лиловый провод. Ведем под уплотнителем багажной двери. Далее через штатную гофру подвязываемся к существующей проводке, ведем до блока управления защитного устройства. Соединяем с синим проводом блока управления. Массу берем с фишки левого заднего фонаря, черный провод, и соединяем с черным проводом блока управления. Зеленый и белый провод защитного устройства соединяем с проводами блока управления соответствующего цвета. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.